Всем привет! Сегодня у нас четвертое видео по жидкому акрилу. И я буду на таком маленьком холсте, думала взять квадратный, но вот у меня такой прямоугольный. Размеры небольшие, 25 на 20. Вот, и на нем я хочу сделать тоже в технике жидкий акрил разноцветный цветок. Использовать я буду краски, которые остались с прошлых работ. Вот до сих пор у меня есть фиолетовая, такая мятная краска, синяя, такая красивенькая, вот синяя, желтая, розовая и белая. Вот. Для этой работы мне понадобится трубочка. Краску я разбавляла, силикон я не добавляла, силикон я буду использовать в других еще работах, это еще все впереди. Краску я разбавляла с лаком, который я покрываю картины свои. Вот еще раз покажу вам лак фасадный. Такого состояния, чтобы краска была вот такая вот жиденькая. Первые эксперименты, первые три видео я... На них оставлю ссылки в описании под видео. Можете переходить и смотреть, что у меня получалось. Выливаю. Чуть-чуть оставляю. Беру мастихин, чтобы расправить все это дело. Также все картины в технике жидкий акрил я буду результат конечный выставлять у себя в инстаграме, что можете переходить и смотреть итоговый результат. Ссылочку на инстаграм я также оставлю внизу под видео в описании. Ну и когда я попробую все способы жидкого акрила, все техники, я также сниму отдельное видео, где будут у меня все работы. И я буду подробно рассказывать, что, в какой картине, как я смешивала краски. Вылили всю красочку. Теперь я беру нашу трубочку и выдуваем. Видите, как интересно распределяется краска. Можем по желанию еще подвигать картиной. Thank you.
такая у нас получается интересность. Образовываются такие вот узоры. Серединка цветочка как бы наметилась у нас здесь. С помощью трубочки мы с вами попробовали еще один метод, как можно узоры в технике жидкий акрил создавать. Вот в виде цветка у нас такой вот цветок получился. Вот если дать еще больше воздуха в трубочку, то можно вообще краску вот так вот разогнать сильно. То есть это по желанию, то есть показываю вам, как, что будет, если дуть чуть-чуть или сильно поток воздуха, и когда много краски, то вот вообще краска там снизу поднимается, наверх проявляется. То есть тоже интересность такая. Видите, вот такие вот остаются интересные прожилки. Вот такая еще одна у нас получается с вами картина. И пока у нас акрил остается жидким на холсте, мы можем краску гонять туда-сюда, пока мы не успокоимся. Вот еще одну технику мы с вами освоили в этом видео. С помощью трубочки делали узоры. В общем, таким методом можно пользоваться, делать цветочки. Не переусердствовать, как я просто вам показала, это тоже как эксперимент, то есть наглядный пример, да, как с помощью трубочки можно выдувать узоры. Вот что будет, если потихоньку выдувать, и если приложить усилия, и много там у вас краски намешано, то есть нижняя краска, она поднимается на поверхность, смешивается где-то, и такие непроизвольные узоры получаются. Хотела добавить еще желтый цвет. Ну, в общем, вот, ребята, старалась, чтобы получился цветочек. В итоге цветок не такой, как мне хотелось бы. Еще нужно все равно так сильно, как я увлекаюсь, не увлекаться, чтобы получился хороший результат. Потому что я уже выдуваю, стараюсь. То есть нужно еще приловчиться. Это у нас только четвертое видео. Эксперименты с жидким акрилом. В итоге вся та краска, которая выливалась на поднос, вот на этот, я вот так вот скребала и назад на картину, и получится у меня вот такая вот себе картинка. Вот такой вот пробный вариант. Но сам метод, я думаю, всем понятно, что можно с помощью трубочки тоже делать узоры. Я набросала сверху тот акрил, который стек с картины, с холста, и пошевелила холстом, и будет у нас вот такой вот
узор. Я оставляю. Так. Может, это будет как фон для какой-то картины в будущем. Вот. Вот такая она у нас получилась. Вот такой получился эксперимент в этом видео. Если вам было интересно, любопытно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будем еще дальше экспериментировать, что можно с этим всем сделать. Все, ребятушки, до новых встреч. Экспериментируйте. Творческого вам вдохновения, создания прекрасных картин. Главное, чтобы в первую очередь нравились вам, радовали вас, поднимали вам настроение. Ну и увидимся в следующих видео. Пока-пока!